Так, здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Скоро 4 ноября. Хочу напомнить, что мы не идем на русский марш. Никто из членов движения «Реструк» не идет на русский марш. Если кто-то там будет пойман мусорами с карточкой «ОД Реструк», будет немедленно исключен и признан провокатором и пидорасом. Почему? Потому что одна из наших основных мыслей, уникальное предложение, которое мы сделали, на котором мы базируемся, что мы не ходим на митинги, марши, шествия. Мы считаем это бесполезным. Если вы считаете, что это нужно и необходимо, пожалуйста, но без нас. Если вы состоите у нас, вы не должны ходить. Если ходите, не должны состоять у нас. Все просто и понятно. Также, пользуясь случаем, думаю, что пора уж наконец признаться, для чего я ловлю педофилов. Я делаю это для того, чтобы дискредитировать Россию, а теперь еще и Украину, в глазах мирового сообщества. Потому что каждый педофил – это гвоздь в крышку гроба нашей страны. Ведь право заниматься сексом с тем, с кем хочется – это неотъемлемое и первостепенное право каждого гражданина планеты. И таким образом в авангарде мировой политики России не будет. Ну, поэтому мне платят деньги США за каждого пойманного педофила. До новых встреч!